генеральный партнер проекта – компания «Дихлеб». У нас сегодня предпоследняя серия «Битвы городов». Сегодня расскажем о главах этих самых городов Новосибирска и Красноярска. И сами мэры у нас скажут о своих городах. Потом мы возьмем небольшую паузу, поскольку проект у нас у новосибирских коллег стартовал чуть позже. И затем уже почитаем, кто сколько баллов наберет, и определим победителя, да? Серия-то у нас предпоследняя, а схватка последняя. Будут выступать сами мэры. Самые главные, соответственно, новосибирец и красноярец. Начинаем с досье Новосибирска. Привет, красноярцы! Но ваш мэр Эдхам Акбулатов в городе-то только обустраивается, а наш Владимир Филиппович уже давно завоевал авторитет на российском уровне и, конечно, любовь новосибирцев. Мэр Новосибирска Владимир Городецкий. Больше 12 лет он стоит во главе города на Оби. С 2000-го успешно переизбирался жителями 3 раза и не исключает, что пойдет на 4-й срок. Среди всех городоначальников Сибирского федерального округа, по данным медиарейтинга от компании «Медиалогия», является самым обсуждаемым в СМИ. К слову, Эдхам Акбулатов в этом рейтинге занимает 2-е место. Среди новосибирцев заслужил статус инородного главы и человека, с мнением которого считается федеральная власть. Сторонник стабильности, но в то же время удивляет горожан категорически решениями. К примеру, с 2013 года Владимир Городецкий намерен сократить штат своей администрации на 16%, то есть уволить 460 чиновников. Новосибирск видит как постиндустриальный город. Развиваться он должен, по мнению Городецкого, как деловой, научный и инновационный центр. Ну, наш мэр хоть еще и обустраивается, ему уже есть что сказать, точнее нам о нем. Давайте посмотрим досье Красноярска. Эдхам Акбулатов занял пост главы города в 2012-м, заменив Петра Пимашкова. Именно русское слово «глава» у нас почти полностью вытеснило иностранное «мэр». И это первое отличие красноярской власти от новосибирской. Эдхам Акбулатов на 12 лет младше Владимира Городецкого, родился и вырос в Красноярске. Став временно исполняющим обязанности главы города в 2011 году, сразу же, что называется, навел шороху в администрации. Практически полностью обновился состав глав департаментов. И кадровые чистки в рядах администрации города продолжаются до сих пор. Сейчас под его личным контролем строительство новых детских садов в городе, озеленение Красноярска, решение проблем в транспортной сфере и ЖКХ. Эдхам Акбулатов зарекомендовал себя и как грамотный хозяйственник, обеспокоенный долгосрочным развитием городской среды, и как мэр с быстрой реакцией. Оперативно выезжает на ЧП, а некоторые его заявления и инициативы уже не раз называли революционными для города. У тебя-то у самой какое вот впечатление? Какой мэр тебе больше нравится, наш или их, новосибирский? Ну, я уже себя назвала коренной красноярской, поэтому я голосую за нашего мэра, конечно же, и предлагаю послушать, что они скажут о своих городах. Лично. Нет мировой практики такого бурно развивающегося города, как Новосибирск, который на 72-м году своей жизни уже имел 1 000 000 жителя. Есть особенности в экономике нашего города. Экономика города диверсифицированная, равномерная такая. Находясь, казалось бы, в центре Сибири, ну, в кладези природных ископаемых, у нас этого нет, но у нас есть другое. У нас есть очень важная точка опоры в развитии, стратегии развития города – это наша новосибирская наука, это наша промышленность. Мы являемся как бы таким центром Сибири, поэтому в таком выгодном географическом положении, когда мы удобны для доступности для многих регионов, поэтому считаемся центром, считают Сибири, столицей Сибири. Вот. Но, я думаю, главная особенность – это в тех элементах жизни, образа жизни. Преимуществом Красноярска является соседство с заповедником Столбы. Это уникальное соседство, которое, так сказать, имеет место лишь в единицах городов на всем земном шаре. Жизнь требует того, чтобы экономика становилась более инновационной, более высокотехнологичной. И в этой связи создание в Красноярске Сибирского федерального университета, который является основой подготовки кадров для новой экономики, это еще одно конкурентное преимущество города Красноярска, которое, безусловно, даст импульс его развитию. Одним словом, я считаю, что наш город имеет очень хорошие шансы для того, чтобы претендовать на пальму первенства в этом негласном соревновании. Ну а вы, Владимир Анатольевич, кого бы выбрали? Да, я, честно говоря, с новосибирским мэром не очень знаком, но мне понравилось, как он улыбается. Но мне кажется, он больше похож на аппаратчика. Сейчас мэры, конечно, это все аппаратчики, но наш Эдхам Шукреевич какой-то посовременнее, так, помоложе. Мне кажется, он инновационнее в некотором смысле. Пободрее такой, да? Да, хотя вот я посоветовал ему чуть больше улыбаться, потому что тот-то дядечка, видишь, как улыбался обаятельно. Хорошо. Ну, я напоминаю, что у нас еще не конец проекта. Интересно, как проголосуют зрители-то?
Да. Ну, фанатизмом задаем. Все это мы подведем итоги чуть попозже, то есть через несколько дней. Я напоминаю, что у нас конкурс продолжается. Вот такую футболочку можно выиграть, если вы правильно первым ответите на вопрос, у кого в Красноярске первым появился телефон. Не сотовый, просто телефон. Присылайте смс на короткий номер 9020, смс платная. Вначале пишите слово «прима», затем пробел и свой ответ. А сейчас у нас? Да, вопрос про вообще первые телефоны, это было очень давно. Правильный ответ я уже знаю. Кстати, сам был удивлен, не скажу. Сейчас слово у нас будет деталям.